Всем привет, с вами мистер Чейзер, и вы смотрите мой Just Play канал. И сегодня я продолжаю проходить игрушку под названием Shaun White Skateboarding. И в прошлой серии мы научились пользоваться вот этой вот, как вы видите, за лили, такая вот зеленая полосочка. Мы научились изменять эти такие большие платформы и восстановили электропитание на острове Бунтарей. А теперь мы стоим перед лили, переодетой в работницу комитета. И мой персонаж пробует на прочность доску. Ну, давайте поговорим с Лили, что же нас ждет дальше. Моя задница и правда отлично смотрится в таких тряпках. Ну, не спорю. Это единственное, из-за чего я скучаю по работе в комитете. Так, пора взломать министерство правды. Одно из самых прикольных заданий. Ну, если честно... В этом задании, я помню, долго тупил. Не помню почему. Наверное, потому что я забыл про вот эту вот возможность изменять вот эти вот платформы. Вот тупо забыл. И тупил. По-жесткому. Так, ну сейчас такого не будет. Не буду я так больше делать. Мы будем зарабатывать дофигища флоу и выключать вот эти штучки комитета. Так. Мы идем вниз. Здесь все красим, так сказать. Что-то в роли художника. Так, что это было? Я завис! Было смешно. Так, дайте подумать. Мы здесь были мало, в этом вот месте, да. Так, а куда нам? Нам, кажется, сюда. Да, кажется, нам сюда. На вот этих штучках мы, кстати, очень классно можем разогнаться на вертах. Так, вторая. Второй усилитель отключен. Все круто. Или... А, установить. Мы их устанавливаем. Я думал, мы их отключаем. Ну ладно. Вот и третий установлен. А сейчас будет четвертый. Вот на этом месте я тупил. Я это отлично помню. А тупил из-за банальной вещи. Потому что забыл про вот эти зеленые изменяемые платформы. Ну, точнее, я про них помнил, но... Я забыл про них в плане того, что... Как вам сказать? Что мы их можем и вниз, и вверх изменять. Вот про это я забыл и тупил в одном месте. Ну, именно в этом месте. Сейчас я вам покажу то место, на котором я тупил. Не знаю, почему я тупил. Возможно, уставший был. В общем, вот на этом месте я тупил. Я поднял платформу вверх. На самом деле, ее нужно было просто опустить вниз. Видите, какая здоровая площадь меняется. Просто прям такие огроменные, я бы сказал. Клево. Так, давайте немножко разгонимся. И мы попадаем, кстати, в то место, где мы начали. Вот метро, мы тут дирижабли уничтожали. Все тот же промышленный район. Так сказать, промышленный. Потому что это наполовину промышленный район, наполовину район комитета. Так сказать. Давай, нам надо наверх. Наверное, я не знаю. А, нет, нам надо не наверх. Вспомнил. Тут, кстати, подарок. Почему бы его не взять? Удачно зашли. И шмотки. Как обычно. Здесь мы просто тупо спустимся. Потому что нам нужен спуск. Давайте зайдем, кстати, в магазин. У нас тут дофига, наверное, трюков доступно для покупок. У нас немало так очков. Понакупляем всякой всячины. Почему бы и нет? И это купим, и это все купим. У нас дофига собралось, скопилось, так сказать, очков опыта. Так, грэбы. О, клево.
Judo Air. Airwalk. Тоже клёво. Cannonball. Пушечное ядро, типа. И... О, не, их тут еще много. Ну и последний, который мы купим. Invert Flip Madonna. Нам надо зажать... Не, нам ничего не надо зажимать. Нужно просто на... по диагонали вот так вот правый джойстик сместить. Так, и куда нам? Ага. Нам сюда. Можем, кстати, сейчас и направо пойти. А, кстати, туда вроде и надо. Или нет, я не помню. А, вот. Помню это место, мне оно очень нравилось. Клевое такое место. Здесь можно неплохо так трюков наделать. А, нужен синий уровень флоу. Окей. Сейчас соберем. Мне просто хочется тут уже все пооткрывать. Так, а нам надо как-то на... А, вот наверх мы не сможем попасть, не набрав синий уровень флоу. Ладно, сейчас мы тут наберем, думаю. Или нет. Нам нужно вот такие вот места искать, где мы можем скользить. И на таких вот именно местах мы и сможем зарабатывать максимум флоу. Вот. Так. А, там стрелочка у нас есть даже. Чё, поехали. Ну, нам сюда вроде по заданию, да, надо. Так, последний. Кажись. Я не знаю. Нет, еще шестой. Сейчас мы, кстати, попадем на территорию вот этого здания, о котором я говорил, если кто помнит. Там было вот здание, я говорил. Комитета. Здесь, кстати, будет испытание прикольное. So what about you? А, about me. Ха, песня классная. Так, поизменяем здесь все. Это тупо нравится. Это прикольно выглядит. И вообще просто под хорошую музыку кататься клево. Давай, давай, ты должен докатиться. Ну, блин. Уже ж почти докатился. Интересно, что там сверху. Поэтому сейчас я все равно туда сгоняю. Интересно. А человеческое любопытство не знает границ. Так. Куда нам тут надо? Сюда. Окей. Поехали. Есть, закатились. Ну тут у нас, как я вижу, ни хрена, да? Как всегда. И идешь, идешь куда-то, а там ничего нет. Класс. Блин. Ну ладно. Тут сейчас будут ограничители. Да-да, вот они, ограничители. И хрень, которая у нас забирает флоу. Так, стоп. Надо их повыключать по-быстреньку. Блин! Вот сволочи. Забрали таких флоу. Ненавижу их. Дирижабли еще больше ненавижу. Так. А, 500, 500, 500. Поехали. Оп. Ха-ха. Мы и так умеем. Оп. Ну. Нам тупо надо собрать 500 флоу.
Мы сейчас это быстренько сделаем, надеюсь. Блин, ну, нормально. Собрали 500 флоу. Задачу выполнили, так сказать. Так, идем теперь сюда. Ой. Да, тебе нравится впиливаться в столб? Ну еб... Твою налево! Ненавижу этих сволочей. Уйди. Теперь заново опять 500 слов собирать. Да вы сдурели. Где я вам столько наберу? Какого черта? Исчезни, скотина. Ненавижу вас. Опять собирать 500 флоу. Забодало. Допрыгнул. А, вон, у нас есть рейл. С помощью которого мы можем... Что-то да, наверное, сделать. Попробуем, по крайней мере. Так, куда мы можем попасть? Наверх нам подсказывает зеленая вот эта вот точечка. Давайте. Вот так мы сейчас очков дофига собьем. Отлично. Почти 1000. Надо сказать штуку, но потом подумал, это немного некультурное выражение. Хватит тебе цепляться за всякую гадость. Мне надо сюда. Да, сюда. Что там еще эти хрени? О, Господи Иисусе, да сколько можно? Честное слово, сколько можно? Сейчас, наверное, еще какой-то куда-то пихать надо. Так, мы готовы. Этот взлом будет намного проще, на какой системе безопасности приоритет выставлен на вторжение. Ладно. Что это такое? Тебе надо объяснить, что делать. Надо вот эту хрень убрать, она меня так будет бесить все время. Ну убери ты ее, ну что? Ну б... Ну куда? Ненавижу эти хрени, ненавижу. Меня они будут скоро бесить больше, чем дирижабль. Надо мне уже флоу. Мне его и так нет. Ну ты же что-то пока. Так они... Та... Ну когда же она исчезнет-то? Сейчас эта вся серия будет посвящена тому, как я уничтожаю эту хрень. Ну исчезни! Ну не то ты делаешь, дурак! Тебе надо трансфер сделать! Ты знаешь, что это такое? Или первый раз слышишь об этом? Наконец-то! Доперла до идиота! Что от него хотят? А тут надо 500. Вот нафига делать вот эти вот еще дополнительные барьеры, все равно толку от них ноль. Ну ладно. Министерство правды. А, вот это здание называется Министерство правды. Так, ну окей. Дай мне секунду. Надо перезагрузить системы. Сработает сигнализация, так что охрана будет на чеку. Лети сюда как можно быстрее.
Хорошо. Как скажешь. Нам кажется, надо обойти. Че ты остановился? Ничего не знаю, мне и так нифига нет. Попробуй их отвлечь, пока я взломаю эту фигню. Вот именно фигню. Бесит меня эта фигня. Вот эти опять хрени. И тут будут дирижабли. Ну ладно. На этом, наверное, все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Ну не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание.